Да. Бывают всякие такие приколы. Да, вот ты сразу, как бы, отходя от кассы, размял плечи, да, и переходишь к шее. Но при этом предупреждаю, что положил лбом на руки. Некоторые вообще не понимают, как это лбом на руки, кладут руки, и тогда вообще смешно, сверху, и вот так, вот так вот, вот так руки кладут, да? Один переспрашивает несколько раз у меня, лбом это как? Ну, руки под лоб, я уже не знаю, как объяснить. Он аж туда берет, со стола свешивается, голова туда вниз висит. Вот смотри, у него тоже надо, видишь, немножко под себя, и чтобы плечи раздвинулись, пошли. Шея немного так вот, горизонтально. Да, горизонтально, и больше раскрылась. Вот еще раз, давай посмотрим. Некоторые вот так вот кладут руки, да? Сразу тебе, видишь, неудобно, плечи мешают, да? Берешь, раздвигаешь. Если у человека шея вот так вот сильный лордоз, прям туда прогибается, да? То попроси его положить, локти оставить здесь, а ладони под грудь под свою. Положи, пожалуйста, ложись, да, да, да. Не, шея висит, висит. Лбом, лбом вниз. Лбом стол, еще ближе под грудь, под грудь. Вот туда. Вот, раздвигаем ему. Вот, видишь как? Вот так ты, вот так ты, вот, часа. Да, вот так. И сразу вот начинаем. Вот эти сначала мышцы проходим, растираем, и потом вот туда вот вводим. Обоими руками под трапецию. Видишь, прям раскрылась шея, очень удобно.